мы теперь переходим к выбору стильных сапог. Видишь, Лен, у нас уже были балетки. Да, у нас погуляли. Были ботильоны. Мы идем потихоньку вверх и к более холодным температурам. Ты только взгляни, какие у нас стильные сапоги. Ты знаешь, у меня особая слабость именно к высоким сапогам. Именно они способны сделать женскую ножку невероятно стройной. Ну, в магазин захожу, я, знаешь, мы ходили с мужем, пытались мне выбрать зимние сапоги. Ну что, обыкновенные черные высокие, ничего особенного нет. Хочется что-то дизайнерского, хочется какую-то изюминку. И бренд Яна, линейка Softline, предлагает нам как раз именно те сапоги, которые будут только у вас. Ну давайте же выбирать цвета, а потом смотреть, как они выглядеть будут на ножке. У нас есть вот такой вот бежевый цвет. Очень красивый. Ты знаешь, переход, мне очень нравится, да, что здесь есть градиент. Видишь, что у нас мысочек и пяточка затемнены, более темные, да, а основная часть более светлая. Кстати, вот именно такой фокус позволяет сделать визуально ножку более маленькой. Это прекрасно. Смотрите, сегодня мы действительно можем стройнить даже в обуви. Сапоги Алида. 4600 рублей скидка на сегодня. Между прочим, к сезону эти сапоги будут стоить практически 10 тысяч рублей. Сегодня эксклюзивная цена 4999 рублей. И размеры у нас есть от 36 до 42. Вот какая полнота и как сядет на ножку. Лен, давай же смотри, здесь на самом деле просто какую-то фантастику я вижу. Эти сапоги мы выбираем размер в размер. Это значит, что они идеально подстроятся под любую совершенно капризную ножку, что в них будет удобно. Женщины, у кого косточка очень часто мешается, кому дискомфортно ходить, обратите внимание на эти сапоги. Это просто идеальный выбор. Ваша ножка будет как в мягкой постельке в этих сапогах. Это прекрасно, немецкое качество от бренда Яна и линейки Softline. Ну, а дальше мы уже надеваем наши сапоги и наслаждаемся. Лен, ты знаешь, мне очень нравится, что у нас есть внутри утеплитель. Так. Причем он невероятно мягкий, видишь? Вот у нас ворсин внутри. Это, кстати, тепло. И это значит, что мы сможем носить наши сапоги до минус 10 градусов. Тут на наше тепло будет играть сразу несколько факторов. Во-первых, конечно же, ворсин нас греет. Во-вторых, все-таки у бренда Яна, у линейки Softline совершенно уникальная эко-кожа. Вот ты знаешь, она все остальные эко-кожи. Я вообще подумала, что просто натуральная. Она вот на 3 шага вперед уже ушла от всех остальных производителей. Потому что эко-кожа именно нашего производителя еще способна греть. Она сохраняет температуру тела, нам тепло. И плюс, видишь, вот эта подошва, она также нам дает тепло, потому что это термоэластичная подошва. Она будет предохранять нас от холодной, от ледяной это земли. Это прекрасно! Вы сегодня выбираете защиту своего здоровья и, конечно, свой непревзойденный стиль. Оцените немецкое качество прямо сейчас. Возвращение легенды на телеканале Шоп-н-Шоу, бренд Яна и линейка Softline. Мечта каждой женщины иметь для себя сегодня высокие сапоги. Но как часто мы приходим в магазин, даже я уже, может быть, с возрастом такое у меня происходит. Произошло, раньше застегивались хорошо, а сейчас я застегиваю молнию, и она у меня во время ходьбы бывает даже разлетается, потому что хочется еще дополнительного пространства. Лен, ты знаешь, что такая проблема знакома каждой второй женщине, особенно после уже перевала определенного возрастного рубежа. Но я хочу показать, что наши сапоги как раз подстроятся под любой объем голени просто идеально. Объем голени у нас может быть до 45 сантиметров. О, это прекрасно. Это бренд Яна и линейка Softline. Softline, как Наташа, ты говорила, у нас с вами разработка специально для наших российских женщин. Конечно, потому что Softline — это линейка, которая была разработана с учетом всех особенностей ножки наших российских женщин. Что ведь у нас? У нас полнота все-таки увеличенная. У нас полнота в районе голени должна быть увеличенная. Но в то же время нам нужно не забывать, что у нас климат-то прохладный. Поэтому вот у нас здесь как раз и подошвы высокотехнологичные, которые предохраняют нас от морозов. Но самое главное, вот она, пластичность, Лен. Вот такая, это на самом деле говорит о том, что наша подошва не задубеет в минус. Ты знаешь, это на самом деле очень и очень важно, потому что термоэластопласт, он может держать температуру до минус 40 градусов, не теряя своих свойств. Посмотрите, сапоги повторяют каждое движение вашей ножки. Вот куда бы ваша ножка ни повернулась, ботиночки подстраиваются. А вот как часто я, например, в своих ботинках иду, хочу ступить, а они не гнутся. Сегодня мы выбираем для себя немецкое качество, а значит, обувь подстроится лично под наше настроение, под наши желания и, конечно, под наши параметры.
Ну и давай еще раз посмотрим на уникальные свойства совершенно тэп-подошвы. Ты знаешь, Лен, что мне очень нравится? Что она очень легкая. За счет чего? За то, что снаружи монолит, а внутри она микропористая. И это значит, конечно, легкость даже в зимней обуви. Она пластичная даже при морозах. Термопластичная подошва хорошо амортизирует при ходьбе, поэтому чувствуем себя комфортно целый день, даже если пробегали на ногах вот с утра до позднего вечера. Мы будем словно парить на облачке. Хотите парить на облачке? Хотите иметь легкую походку даже в зимней одежде, выглядеть всегда стильно и красиво? Выбирайте немецкое качество, выбирайте бренд Яна и линейку Softline. Размеры до 42-го, скидка 50% прямо сейчас действует только в рамках нашего эфира. Дозвонитесь прямо сейчас и оформите свой заказ. Не упустите эту возможность оценить по-настоящему по достоинству немецкое качество. Вот как приятно, Наташа, смотреть на стильную современную женщину. Ну еще бы, на стильную современную и еще и со стройными ножками. Потому что, Лен, на самом деле именно высокие сапоги готовы сделать ножки более изящными. Поэтому комфорт, тепло, стиль и еще и стройность наших ног. Конечно, дозвонитесь прямо сейчас и оформите свой заказ. 50% скидки на немецкое качество.